Мы должны знать, это не на один день, не на год, и не на два, это на всю жизнь. Сторителлинг – это истории про людей и для людей. В последнее время большую работу по сторителлингу проводят и журналисты, работающие в системе Татмедиа. Для них были организованы обучения, которые основывались на обмене опытом, изучении и отработке. Сторителлинг в переводе с английского – рассказывание истории. Вот наша как раз-таки главная цель – научить журналистов интересно рассказывать людям о людях, их жизненных историях. Но тут важно написать статью или снять видео – в кавычках «вкусно», чтобы поданное вами блюдо читатель, зритель поглощал с большим аппетитом. А вот главным результатом вашей работы будет, если читатель или зритель попросит добавки и будет приходить снова и снова к вам за новой порцией историй. Журналисты мультимедийной редакции «Бавлы-Информ» тоже всегда ищут интересных героев, готовят уникальные материалы для читателей и телезрителей. Я считаю, что у каждого человека есть своя уникальная судьба. И, конечно же, наша задача, задача всех журналистов – найти яркие, интересные моменты в жизни каждого нашего героя и сплести яркий, насыщенный рассказ. Это как раз и есть формат сторителлинга. Отмечу, что наша редакция уже не первый год работает в формате сторителлинга. Наши корреспонденты давно рассказывают истории про наших жителей-бавлинцев. И мы уверены, и мы слышим реакцию от наших читателей, что такой формат, он очень увлекателен, раскрывает историю жизни каждого конкретного нашего героя. Материалы, публикуемые в формате сторителлинга, они дают нашим читателям и зрителям более емкое, глубокое понимание важных тем и событий, которые происходят в нашем районе и должны касаться каждого. Сегодня, благодаря журналистам, жители района могут делиться своими историями, уникальным опытом, высказывать мнение, найти единомышленников, вдохновение или поддержку. Айгур Хусейнова, Индира Сайфуллина, Булат Миязов, БРТ.